Слыхали. Сейчас мы предложим вам пару вещей из морской тематики. Да, морская тематика. Которые, значит, я тоже посвятил много времени, поскольку закончил первостроительный институт и собирался быть морским инженером, поэтому писал много морских песен и сейчас пишу. А сейчас исполнится не моя песня, а народная песня, она стояла. Это танго. Танго, танго. Среди друзей матроса
Господа дамы, я вижу.